Как тебе зима в Израиле? Еще не зима. Еще не зима, но в принципе да. Это такая легкая осень. Чуть ли не единственный, мне кажется, уголок Рождества и Нового года в Израиле. Это вот магазин Flying Tiger. Очень мне нравится. Я показывала вам, кажется, Хэллоуина кусочек, но вот ко всем таким праздникам, которые особо здесь не празднуются в Израиле, здесь есть всякий разный декор, всегда бывает. Я даже не знаю, что я хочу. Вот такую ерунду, конечно, не хочу, но какой-нибудь красивый декор я бы взяла. Давайте посмотрим, что здесь есть. Формочки для печенья сейчас обязательно возьму, потому что я обожаю печь рождественское печенье. У меня, кстати, есть отличный рецепт. Наверное, я даже с вами поделюсь. Главная шутка судьбы, что я переехала в страну, где Крисмас, Рождество, в принципе, отрицают и не празднуют никак. Но буду как-нибудь подстраиваться, потому что не собираюсь отказываться от этой идеи. Это прекрасный семейный, домашний, очень светлый праздник, и мне бы хотелось продолжать его отмечать.
моей семье мы всегда его отмечали, причем именно 24-25. Ручка, сколько стоит 5 шекелей? А что ты неугомонный такой? На, получай. Вот, пожалуйста, 5 шекелей, все удовольствие. Очень красивая коллекция, мне понравилось 3 дневника. 3 года, 3 дневника. А поверни, пожалуйста, ассистент, покажи. Вот, видите, они так сложены. Очень здорово. Для тех, кто ведет бумажные дневники, мне кажется, полезно. Я веду, кстати. Красота. Ну что, пошли чашку убирать. Полезных штук. Вот такая штуковина, фиговина, даже не знаю, как ее назвать, чтобы нарезать банан. Конечно, без нее мы бы не справились. Стоит она сколько? 8 шекелей. Такого здесь тоже, конечно, много, всякой пластиковой ерунды, которая только загрязняет атмосферу. Но интересные штуки, опять же, тоже есть. Так, у меня 2 фаворита. Какую брать? Правую или левую? Помните, вам в прошлом влоге показывала, взяла газель, такие только бордовые, но еще хочу вот такие самбо. Очень все-таки они красивые, модные. Я выбирала между этими и этими, выбрала газель, а сейчас хочу и самбо тоже. А это вот, кстати, неустаревающая модель, суперстар, моя любимая. Я в них, кстати, сейчас. У меня с золотыми полосочками, они уже такие видавшие виды, но я просто не могу из них вылезти, потому что это самая удобная обувь, по-моему. Я вообще фанат Adidas, если честно. Каждый раз рада сюда зайти и что-нибудь купить, порадовать себя.